Была, они здесь ходили. Влюблён в дома и улицы твои. Уеду хоть куда, пускай пройдут года. Калачинскую забыть нельзя. Я босиком брожу по берегу реки, брожу в лучах оранжевых. Ну, скоро вы начнете, да? Скоро. Я да. В 11, начальство пришло, начальство, видел, пришло? Да, ну вот, да. Обрати внимание. Да я знаю это начальство. Впереди я вижу мой рассвет, вода смывает след. Не знаю, что там впереди, а впереди моя нежданная любовь, которой верен буду до сиди. Прими, земля, поклон, тобою я вскормлен, я твой должник, и я твой сын. Пригоди. Ты куда снимаешь? Себе домой. Да, ну тогда сними меня. Еще через студента. А куда мне снимать? Давай, давай. И озаряет шар земной. Не утихает наша память о тех, кто был убит войной. Не то, что совестно бывает. Вот мы живем, а их уж нет. Огонь горит, не убывает. Горит, не угасает свет. Время героев. Обычно ты кажешься прошлым. Главные битвы приходят из книг и кино. Главные даты отлиты в газетные строки. Главные судьбы историей стали давно. Время героев. А как вашего брата звать-то? Станислав. А фамилия? Долинный. Да я не спрашивал. Да не знают его все. Знают? Конечно. И вас знают. Ну, конечно, я вот трубачок. Ты нам оставила ясное небо отчизны. Дом и дорогу. И ласковый хлеб на столе. Ты нам оставила самое главное в жизни. Радость заботы о мирной, счастливой стране. Вот, сейчас запишем. Митинг памяти вашей славы наследники мы открывает исполняющий обязанности председателя комитета по безопасности Омской области Жигун Анатолий Михайлович. Уважаемый Петр Александрович, здравствуйте. Уважаемые жители города Калачинска, сегодня на вашей земле происходит историческое событие. По решению губернатора Омской области, председателя правительства Омской области Леонида Константиновича Полежаева, здесь, в городе Калачинске, представляет себя Омский кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации. Это учебное заведение,
старейшее в России и одно из самых ярких событий, одно из самых ярких явлений в новейшей истории России в Омской области. Потому что в 99 году решением губернатора Омской области Омский кадетский корпус был вновь воссоздан после почти 200-летней истории забвения. И вот сегодня вот эти молодые и красивые ребята в кадетской форме стоят перед вами и готовы показать все, на что они способны, все, что они умеют. Они готовы показать калачинцам и рассказать калачинцам о том, почему они выбрали эту дорогу, дорогу защитника Отечества. Почему каждый из них решил для себя очень важную судьбоносную задачу – стать офицером 21 века, стать защитником России. И вы сегодня имеете уникальную возможность познакомиться с нашими ребятами, задать им вопросы. И самое главное, для тех молодых людей, которые выбирают путь в этой жизни, которые решают, кем быть, кем стать в этой жизни, самое главное, мы даем возможность определиться и даем вам шанс, даем вам возможность прийти в наш кадетский корпус. Сегодня вы увидите наших ребят в деле. Они прекрасно маршируют. У них великолепная строевая выучка. Они прекрасно учатся. Они прекрасно поют и танцуют. И я думаю, что многие калачинские девушки сегодня сделают для себя тоже определенные выводы. Я в этом почти не сомневаюсь. Я поздравляю калачинцев, я поздравляю наших кадет с сегодняшней презентацией Омского кадетского корпуса. Я глубоко убежден, что это событие надолго запомнится всем жителям города Калачинска и Калачинского района. Да и наши кадеты, для которых это уже третья презентация их кадетского корпуса в Омской области, также отнесутся к этому с присущим им достоинством, пониманием и значением этого события в их жизни. Поздравляю вас всех с этим праздником, праздником города Калачинска, праздником кадетского корпуса и желаю вам всем здоровья и процветания. Спасибо. Слово предоставляется главе администрации Калачинского муниципального района Петру Александровичу Черепову. Все получилось. Хочу, чтобы дальше мы активно сотрудничали. Доброго всем пути. Спасибо. 1999 году на базе расформированного высшего общевойскового училища был воссоздан Омский кадетский корпус. На протяжении почти двухвековой истории корпуса его выпускники участвовали во всех военных кампаниях, которые вела Россия, неизменно показывая чудеса храбрости, сибирскую стойкость, несгибаемость русского духа, высокий профессионализм и верность воинскому долгу. Из стен корпуса вышла целая плеяда подлинных героев, талантливых военачальников, прекрасных офицеров. Среди них 117 георгиевских кавалеров, 73 героя Советского Союза,
Три героя России. Заеву Виктору Романычу. Уважаемый Петр Александрович, уважаемые калачинцы, согласно решению попечительского совета Омского кадетского корпуса, который возглавляет наш губернатор Леонид Константинович Полежаев, сегодня в городе Калачинске, в вашем районе, проходит очередная, третья по счету, как уже сказал Анатолий Михайлович, презентация нашего военно-учебного заведения. Я должен сказать, что наше училище насчитывает почти двухвековую историю и ведет свое начало с 1813 года. За эти годы из стен корпуса вышло более несколько десятков, вернее, тысяч офицеров, которые защищали свою родину. Как вот только что диктор сказал, было подготовлено 196 воспитанников, которые получили высшие награды России. Это 117 георгиевских кавалеров, 73 героя Советского Союза, 3 героя России, 3 полных кавалера Ордена Славы. В детском мире. В стенах корпуса обучались люди, которые знают не просто Россию, а знают мир. Это такие люди, как Лавр Корнилов, Дмитрий Михайлович Карбышев, Чехан Валиханов, братья Куйбышев. В советское время, когда это было общевойсковое училище, из стен его вышла тоже целая плеяда военачальников. Как уже сказал Петр Александрович, это ваш земляк, замминистра обороны, герой Советского Союза, генерал армии Алтунин, генерал армии Федюнинский, герой Советского Союза, один из последних главкомов сухопутных войск, генерал армии Кормильцев, который закончил наше училище. В 99 году по инициативе администрации нашего губернатора был возрожден кадетский корпус. Мы сделали уже 6 выпусков. И я вам сегодня докладываю, что в том числе 18 ребят с вашего района закончили наше военно-учебное заведение. И сегодня они продолжают учебу в самых престижных военно-учебных заведениях Министерства обороны, таких как Военный университет, Академия Петра Великого, Военно-медицинская академия и в других. На сегодняшний день на всех трех курсах обучается 15 мальчишек из города Калачинска и района. Я должен сказать, что в заключение поздравить вас вот с таким праздником, с презентацией нашего кадетского корпуса, пожелать вам, уважаемые калачинцы, здоровья, счастья и благополучия, а вашему району процветания. Спасибо. Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны, подполковнику в отставке Тихонову Виктору Петровичу. Под траур мелодий, память павших в годы войны, отстоявших честь нашей Родины. Заплетите земные цветы над землею сгоревшим пилотом. Не вернулись они из полетов. Возложите в честь них венки. Возложите на землю венки. В этом страшном огне все сгорели. Из жасмина, тюльпана, сирени возложите на землю венки. Да, вечная слава всем, кому в бронзе, в граните веками стоять. Вы дали нам право на жизнь. Это главное право сумели во имя потомков своих отстоять. Митинг памяти вашей славы наследники мы объявляется закрытым.
Остановись! Роняйсь! Смирно! Торжественному маршу! Повзводно! Направо! Равнение направо! Шагом! Марш! Сейчас воспитанники кадетского корпуса проходят по улицам города Калинина, Пролетарской, Советской, Ленина. Затем кадетов ожидает экскурсия по городу Калачинску. Тематическая выставка, посвященная истории Омского кадетского корпуса «Мы родом из Бородино», которая пройдет в историко-краеведческом музее. В 13 часов в зале комитета по образованию состоится подписание соглашения о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи между администрацией Калачинского муниципального района и Омским кадетским корпусом и пресс-конференция, посвященная итогам презентации. В 15 часов в зрительном зале Дворца культуры будет дан праздничный концерт творческих коллективов Омского кадетского корпуса и Калачинского района. Кадетский корпус. Омский, сибирский, оплот надежды России святой. Кадетский корпус, омский, сибирский, краса и гордость России молодой. Лучшими в России были, помните это, омские курсанты, омские...